Друзья, хочу порекомендовать вам развивающийся стримерский канал Mr. Crazy. Стримы проходят каждый день, игры с подписчиками, да еще розыгрыш скина, когда будет достигнуто 500 подписчиков. Успевайте, подписывайтесь, участвуйте, ссылка в описании. Мур, привет, друзья! Это ставшая стандартной новостная рубрика. А приз за самый тупой комментарий получают пользователи, которые пишут: «Ты украл рубрику у такого-то блогера». Новости. Украл. Еще осенью 2017-го. Ага. Итак, это изменение героев в обновлении 1.3.0.4. Кстати, новый скин на Москва будет доступен 14 августа, если верить тексту. Руби. Увеличили базовое ХП на 150 единиц. Алиса. Пассивка. Накопительный вампиризм будет 25 вместо 30. Ускорение перемещения 50 вместо 60. Странно, у нас Алиса не столь популярна, чтобы нерфить. Видимо, любят ее в других странах. Клинт. Дымовая бомба. Увеличили начальный урон. Ульта. Немного уменьшили базовый урон. Буквально на 10 единиц. Лапу-лапу. Первый навык после ульты. КД теперь 6,5 секунды вместо 8. Эйдора. Прирост магии увеличен. Теперь 140, а было 105. Аврора. Прирост магии тоже увеличен. Теперь 138, было 108. Чу. Пассивка. Усиление базовой атаки увеличили до 180%. Снижали до этого до 150. Кае. Исправлен баг скорости атаки. Люнокс. Пассивка. Единица КД теперь дает 2 единицы брони и магического сопротивления. Ульта через хаос. Уменьшена КД первого навыка, чтобы люто не нагибало. Вексана. Исправили баг бесконечного преследования тени за противником. Селена и Нана. Исправление незначительных багов. Наталья. Изменили внешность и анимацию первых двух обликов. У ульты убрали прыжки. Теперь вы просто можете первым навыком прервать каст ульты. Первому навыку добавили расстояние прыжка. Немного. Олдос. Теперь получает стаки несколько по-другому. Когда он добивает крипа, получает 3 стака. Если крип умирает просто рядом, то 1 стак. Убийство героя дает 10 стаков. Башни 11 стаков. Максимум стаков подняли до 500, но урон остался прежним. Теперь один стак дает 10 урона вместо 25. Второму навыку улучшили тайминг анимации. В общем, игру Залдоса упростили. Кроме прочего, добавили в игру предмет – бутылек. Он появляется в магазине, когда в вашей команде есть кусака и стоит 0 золотых. Не истекает и не отменяется. Купив его, вы запретите союзному кусаке бросать вас. Вот давно нужен был такой предмет от неадекватов на кусаке. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!